давай, давай. Что там такое, Женька? Увидел. Что там за железка торчит? Что это такое? А? А у тебя нет. А у меня. А у тебя есть. Что это такое? А? Что, потыкался. Ага, и ты прям ходишь этого около шкафа, да? Вдоль стен ходишь, вдоль шкафа ходишь, да? Дай посмотрим, что наверху. Пусто? Я думал, там деньги оставил. Ага. Прям кто-нибудь взял это и купюрки разложил. Я знаю, где деньги за картиной. Давай. А, сейчас ты картину будешь снимать? Давай. Она снимается? Деньги есть. Как она свалится? Да, свалится, еще мне на башку ночью. Разобьется. Будешь в стекле лежать. Она приклеена, что ли? А хрен ее знает, пускай висит. А то сейчас отклеишь, потом тебе это по башке дадут, скажут, вы что отклеили? А градусник нарисованный, правда, что ли? Ну, как 25 был, так 25 показывай. Неважно, жарко, холодно. Чего? Вроде не похож на нарисованный. Ладно, почитаю, полежу. Так что за железка-то там? Не знаю. А там еще у тебя в шкафу монета лежит, ты видел? Идем, покажу. Монета? Да. Вот, лежит. Давай еще. Никак. Никак. Я не пойму, а где ты собрался-то? Я собрался, я уже все сложил. Нет, ну то, что мне еще пригодится. Штаны лежат, кофта висит одна, вторая, пятая, десятая, еще, а пятеро штанов там. Куда ты на Петров вал пойдешь? На пал еще пойдем, может я эту кофту одену еще. Ты оденешь? Да, я. А тут что лежит? Кошелек у него лежит, книга лежит, кофе лежит. Где ты собрался, а? Ты где собрался? Кофе скажи я мне. Еще пить буду. Ты каким местом собрался? Кофе а? Я еще буду пить. Книги что еще там буду читать. Так? А, это луна там блестит. Смеешься, буду. Иди, я тебе сказала. Иди. Иди. Вот смотрите, не хочет идти, говорю. Женя, принеси, пожалуйста, на туске водичку. Ну, не развязывай. Там хорошо было завязано. Что это такое? Фенечка. А что с ней делает? Смотрят. Смотрят. Ладно, фенечка моя и пойду я. Нет, она тебе даже на палец не полезет. Я так же буду фенечку носить. Что мне будет? За то, что я свожу. Может, я... Говорю, принеси водички у Наташи. Водичка закончилась. А он не пойду. Не пойду. Иди, сказали тебе. Пойду. Коза. Не пойду. Коза. Ну-ка иди. Ну-ка иди, сказал. Давай я посмотрю, что я. Что я согласен, за что согласен. А что ты мой рюкзак? А, мусор, да, он забирает. У меня чек есть из перекрестка. Хочешь? Телефончик возьму. Не надо мой телефончик. А, ну, что у тебя такое? Давай шалба. Нет, я... О! А, попался. Давай бери, береги. Смотри. Нет, не ну, дам. Отпусти, ну, отпусти, я покажу, как они сидят хорошо. Сидят на тебе? Ага, будешь как дурак ходить. Что, вот так вот. Угу. Что это у тебя там есть? Говорю, обереги. Жена не спела, теперь меня оберегают. Оберегают. Ну, отдаешь? Нет. Ах, нет? Нет. И кувшин тоже. На. Кувшин я тебе отдаю, можешь забрать. Кувшин это теплоходовский. Я тебе могу подарить кувшин. Точно, я могу тебе кувшин подарить. Ну, он теплоходовский кувшин. Так кувшин. Я могу тебе его подарить. А что ты мне чужой подаришь-то? Ну, он будет твоим. А почему тебе? Книжку мне даришь? Нет, я еще не дочитала ее. Читала она. Видишь, ты какая. Давай что-нибудь дари. Я знаю, картину вот за тебя, ты можешь ее позабрать. Теплоходовская. Да ладно, бери. Что мне будет за это? Нет, тебе что, надо обязательно... Я знаю, садись. Садись, я знаю, что тебе подарить. Да сядь. Я тебе вот кофе дарю, дурак. На, бери. Кофе подарила тебе. Иди неси воду мне давай. Да не понесу. Я сейчас пить захочу, давай, быстрее фенечку, давай. А вот фиг тебе. Нет, не дам. Фенечку. Ну что ты тискаешь-то? А потом ты ее потеряешь, Жень. Я плела, старалась. Складываешь туда в этот карман всякий мусор. Неси давай. За все надо. Угу. Я тебе воду, ты мне фенечку. Так вода-то не твоя же, ты же ее набираешь. Вот как? Ах, не моя? Если я ее таскаю, значит моя. Нет. Откуда она может быть твоей? Ты же ее
не из себя выливаешь, правда ведь? Ты мне еще должна, слушай, что я себе постелил одеяло заправил. Так я же тебе под зад дала уже. Ты мне мороженое за это обещал. Какое мороженое? Я тебе сказала, дам под зад в обмен. Я тебе дала уже пять мороженое раз. Мороженое обещала. Так что давай, еще с тебя четыре варианта. Вот как раз воду принесешь, и еще я тебе три раза под зад дала, вот ты с тебя еще три чего-нибудь. Обещал. Ты мне вообще должен был сегодня свое мясо отдать. Я же тебе отдала свое мясо позавчера. Отдала. Мороженое. Какая мороженое? Это моя мороженка была там. Засранец. Засранец. Вот спорили еще до камеры. Мы спорили, спорили. Неси, неси. Уже так интересно стало, но он отказался сниматься на камеру. Не хочет сниматься, но я снимаю все-таки его. Все-таки интересные такие моменты получаются. Ой, сидим, ждем, короче. Сегодня у нас последний день. Мы сегодня были в Саратове, вчера в Волгограде были, позавчера в Усиновке были. Там все это у вас... А, ну, в принципе, вы, наверное, уже просмотрели. Не знаю, в каком порядке я все это буду монтировать и выкладывать. Еще пока не решила. Посмотрим там. Может быть, все по очереди там, как есть. Может быть, как-то там немножко по-другому. Не знаю. Вышел, наверное, все это в виде путешествий, скорее всего. А, идет. Хотела заснять, как ты вернешься. О, даже полный. Он еще горячий вдобавок, да? Горячий? Еще горячий. Я же даже вспотела. Дул. А ты что, не подул, что ли, пока шел? А что-то не подул-то. Читать. Ну, фенечку-то возвращай. Чу. Какую феню? Чеку. Феню. Чеку. 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 Фенечку, говорю, глухой, что ли? Знаю, я по фене. Не знаю. Что-то странно. Откроешь тебя книгу, на тебя крошки посыпятся. Пшшш. Или фейерверк. Тум, там бу-бух. Там пшшш. А? Коза. Как коза разговаривает, скажи. Так, ну тебе. Ну скажи, ну скажи. Ну скажи, скажи, скажи. Ну скажи, ну и выключи камеру. Нет, не скажу я, как коза. Я камеру выключу, ну скажи. Не скажу. Ну барашек как разговаривает. Не знаю. Ну скажи, ну быстрее у меня батарея садится. Быстрей. Не скажу. Ну давай. Не скажу тебе. Давай. А то сейчас встану. И ты сядешь тогда. Ну? Так, ну, хватит. Тогда говори. Тебе сейчас. Говори. Ай. Сейчас. Ты меня как барашек. Ну, Жень, ну аккуратней, что ли. Хватит. Ну давай. Да не почитай спокойно. Нет, давай. Не знаю. Ну и козел тогда. Вот он, смотрите, у нас санузел. И видно соседей. И чем они, кстати, занимаются. Кошмар. Как называется нет, город? Сядь давай. Нет, я лучше так. Как называется город, которому дают, а он не берет? Ну покажи еще раз это все руками. Как, так интереснее. Как называется город, которому дают на, а он не берет? Стало бы лучше. Я не хочу. Как называется город, которому вот дают? А что дают-то? Ну, не важно, что дают. Что бы не как дали, не говорят, на. А он не берет. Им говорят, там город, на. Ну. А он не хочет. Ямал? Вообще весь Ямал, думаю, как Ямал. Караги? Кириги? Кази? Чё? Он в России находится, в России. А, он в России? Нет, не Кизы. Саки? Это в Японии. Нет, в этом, подожди, в Крыму находится город Саки. Есть такой. В России находится с таким необычным названием, с каким-то, да? Ну ты скажи хоть на какую букву начинается. Скажу, сейчас только об этом городе говорили. Ну, я тебе говорю, Балхаш, Ямал. О чем еще говорили? Я тебе говорил. Москва? Нет. Санкт-Петербург? Нет. Плёс? Плёс. Унёс. Давай, сейчас ты будешь стихи сочинять, да? Ну, у нее как называется город, которому дают, он не берет. Даешься? Нет. Думаешь? Надать, не дать, забрать, набрать, перебрать. Да? Не взять. Так, все, давай. Не взять. Я буду читать, а ты думай. Нет, не взять. Ну, ему дают, а он не берут как раз. Не взять. Ему дают,
А он не берет. Ну. Он говорит, город. На. А он не хочет. Ну, я и говорю, город. Да, ну, не взять. Не взять. Нет такого города. Ну как же, он же не берет, значит, не взять. Нет такого города. Не брать. Сейчас только говорили об этом городе. Ну, не знаю, говори. Ростов-на-Дону. Ростов на Дону. Блин, а Женя. Ростов на Дону. На Дону. Засранец, а какой. Да что тут непонятно. Ростов на Дону. Ему дают, а он не берет. Что ж тут? Это же ну, написано прям. Ростов на Дону. Да ну. Не надо ему. Эх ты. А, ты сам их придумываешь, что ли? Сам придумываешь на ходу. Ничего не придумываю просто. Город-то действительно что не берет. Придумал. А Балхаш расскажи, почему он наполовину пресный, наполовину соленый? Это я не знаю. Я просто знаю, что он наполовину пресный, наполовину. Почему вода не перемешивается? Просто по карте я видел, что он наполовину пресный, наполовину соленый. Ах ты по карте. А я думал, ты умный такой. Ну, я же географ, я карты изучал. Я все карты знаю. А почему вода у него не смешивается? А вот это же я не знаю, почему не смешивается. Ну, ты же географ. На карте не написано, почему не смеет. Там только написано, что половина соленая, половина пресная. А вот почему она там половина соленая, половина пресная? Так может, надо туда поехать, перемешать ложкой? Хорошая идея. Ложку бери. А ты будешь мешать, да? А там, кстати, был хорошо, я помню, волны были. Волны, мама рассказывала, как она прыгала по волнам вместе со мной. Волны были. А потом раз большая волна полетела... И отобрала меня к себе. Мама упала, отпустила случайно меня. Выныривает, а меня нету. И давай скорее нырять, нырять. Схватила меня за ножку и вытащила. Так бы море унесло бы меня. Жила бы там где-нибудь рыбкой в море потом. Ну, видимо, вот как раз к Балхашу наша часть была, наверное, соленой. А пресная, наверное, была где-нибудь там с другой стороны. Наверное, с этой стороны соли больше. А с той стороны, наверное, нету соли. Раз она там пресная, правильно? Угу. Да? Наверное. Да? Да. Ну ты же географ. Не знаю. Дай почитаю. Как ты не знаешь? Давай, сейчас почитаем, пойдем гулять.